Необходимость размещения таких контейнеров возникла после введения в регионе масочного режима. Многие люди выкидывают использованные одноразовые повязки даже не в урны, а просто на газоны. А ведь именно маска может быть потенциальным источником заразы, если ее носил человек, инфицированный коронавирусом. Сейчас муниципалитеты только определяют места для расположения спецбаков. Однако уже известно, что в Шелихове, например, одна из емкостей будет находиться прямо у обсерватора, где содержатся пассажиры, прилетевшие в нашу область из стран и субъектов России, неблагополучных по распространению COVID-19. На территории, получается, Иркутская будет 5 площадок, на территории Шелихова 3, на территории Ангарской и Усолья по одной. Эти отходы будут вывозиться определенной машиной, которая будет после вывоза дезинфицироваться. И, соответственно, вывозиться это будет на полигон города Ангарска, где в крематоре это будет сжигаться. Альберт Домнин, при содействии НТС, новости 360 Ангарск.